Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» принял чемпионат области по лыжероллерам. У девушек в индивидуальной гонке классическим стилем равных не оказалось Елизавете Пантриной. На этом сборе загруженные были, вот, делали очень сильные работы, тяжелые. Вот, приехала, чуть восстановилась, отдохнула и сегодня сбегали. Ну, самочувствие было хорошее. На 15-километровой дистанции у мужчин серебряный призер Олимпийских игр Иван Якимушкин показал только второе время. 12 секунд он уступил Андрею Парфенову. Мы не в плохих кондициях, но это не в скоростных. Мы делали почти все время силовые работы, именно специальные силовые. И сейчас у нас мышцы, они сильные, с хорошей мощностью, но в них нет скорости совсем. То есть это очень медленные движения, которые сейчас надо будет нарабатывать, разгонять. Старт сезона в начале сентября даст чемпионат России. Пройдет он также в «Жемчужине Сибири».